Он стесняется. Я тоже дала пожалуйста. Куда уже? Да господи, мои родные! Мама! Хорошо! Повалили. Нюрбаху уже открыли. Это хиппи. Это не хиппи, это панки, блядь. Меломан. Единственные представители города Березино. Мама. Ключ переломан пополам, наш батюшка Ленин. Ну такая картина может быть. Уже утро, 6:40. 25 числа, 26 числа. Сегодня первая школа выпускной вечер. 26. И все идет по плану. Идет по плану. Рокеры, 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 мальчишки. Пойдем как будто. Мы в хорошей школе. Не нашей школы. Это Федя. Приветики! Цирк приехал, видишь, как клоуны. Рокеров местных не видели, что ли? Цирк уехал, клоун остался, бедный. Дай поиграть. Вот и сказала буду ждать, ведь знала, что погода ждать непросто. Тебе надо или мне надо? Его левый отдел билет. Покориться небу горькому. А слезы капали из глаз. Тогда он пошел. Нет, не то. Там даже раньше страшно. А давайте я буду. А вы в наш адрес запишите. А зачем? Двоим. Ну говори. Брика машина. Брика это. Вы как интересно. Ой. За любовный треугольник. Я сейчас думаю, что я присаживаюсь. Вика, любовный треугольник. А, вот уже не треугольник, вот уже. Уже квадрат. Да. Треугольник. Денег ты мне обними, обхвата хватит. Не пусть снять, у вас на 12 с рекламкой покончилось. Ну давай снимать. Да, мы дойдем.
смотришь медленно. Вы спать хотите случайно? Да. Я никогда спать не хочу. Да. Хорошо. Ой. Устали, устали. Я вот, ну, понимаешь, ну, вот, что я делаю. Теперь можно ручками помахать. Сейчас будет сигнал. Опять? Смотрите, отключаем. Поснимайте. Ее невозможно назвать девушкой. Там уже будем искать. Мы с таким весело. Черт. Весело гулять, но с ним жить плохо. Они такие будут бегать. Вина! Жрать не будет дома ничего, она будет бегать на велике. Мы его не ломаем. Так что, хлопцы, замуж ходите, вот запах. Хлопцам замуж выходить, да. Золотые. Они женятся. Он говорит, Нормально ведь. Хоть бы вид нормально. Я же знаю, что делаю. Сеанс одновременно. Я ж не тут, мне вот только для на вас снимаю. А для чего? Работа или фильм сделать, или клип. Ну и потом идти на танцы, не сказать, буду смеяться у всех. Не, я же когда делаю, я же само только делаю с, ну, вот мыслью, чтобы все смотрели. Ну, вот же будет идти на работу. Не, в коем случае. Это танцует человек. Зачем мне мыть? Вася, запомнил, потом... Сам он на работу, сучка, будет вечером из этого другого. Мы вас по белорусскому телевидению показываем. Добрых белорусских людей, как я не вижу. Что нам пан? Она иностранка, она... Ну, смотрим. Да, расходится. Конфетка! А что, пойдем? Ну что, жопа. Что сказал, пойдем домой. Что? Велик он сзади. Велосипед сзади. Все, уже домой? Да, может, дома. Ну, счастливо. Но вам то. В последний раз снимаетесь. Да, мы еще снимем. Еще успеем. До свидания. Страна. А вы целоваться будете? Не будем. Не будем целоваться. Будешь есть. Да, не дай это отсюда. Позволь. Конечно, позволь. Обязательно. Но для кино можно. Выбудь, как все это щёчка. А в губы? Сейчас на гитару дать. Щёчка волосатая, на губы. Или гитару отдавать не надо. Я вас попросила, да. Как на гитаре играл пинбан? Ой, что делать? Где-то как-то мне... Вы это тоже не снимаете, как на этом. На мосту это не надо. Что не надо? Сара? Стойте с ним. Вы там оставили. Где? Ну я спросила, хорошо, да? Вы не будете то за это делать. И это тоже. Все-то оно войдет. Достало меня. Всем запишут, но только это. Правильно. Больше ничего писать не буду. В конце кассеты каждой. Да. Привет от этой девочки. Не надо. Губы такие. Нижняя такая. Как вот фильм «Маска». Глаза на выход. Нет, у меня так не будет. Сделаем что-нибудь интересное. Он стоит. Ну, все, немножко отгуляли свой последний вечер. Да? Отгуляли. Уже не школьник. Уже все. Это ж кореш поехал, он со мной. Так, расходитесь. Король, пойдем. Ручкой сделайте все, а? Ребята, что? Ка! До свидания. До свидания. Ну все. Счастливо! До свидания!